шахрайства. Серед двох шахрайств знову відмічається, як це слово сказати, безпечність, наверное, наших громадян. До пенсіонерки прийшли дві жінки середніх років, представили соціальними працівниками, знову соціальні працівники принесли допомогу в сумі 80 гривень, але купюра була 100 гривень, і необхідно було дати соціальним працівникам здачу. Ну, пенсіонерка наша з доброю душою показала, де неї гроші лежать, дала 20 гривень здачі, але знову ж попросили води попити, і в ітогі крадіжка 17,5 тисяч гривень. Просто я вкотре так детально зупиняюся, і Сергій Васильович Ядикін, інші працівники соціальних служб, соціального захисту, пенсійного фонду підтвердять, що ніякі державні службовці, соціальні працівники гроші на дом не приносять. Тому звертаюся до мешканців міста, не будьте наївними, безпечними. Було зареєстровано один злочин, тяжкий злочин, це тяжкі тілесні ушкодження. Злочин скоєний на побутовому ґрунті. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв виникла сварка, в результаті якого один із учасників, він 75-го року народження, працюючий, причинив ножове поранення грудної клітини нашого потерпілого громадянина 45-го року народження. Своєчасно доставлений до лікарні, прооперований, знаходиться в тяжкому, але стабільному стані. Підозрювана особа затримана, їй повідомлено про підозру. И запобежный захід обраний тримання під вартою. Ну, хочу продлить немножко выступление милиции. Да, действительно, у нас находится в тяжелом состоянии человек, которому нанесли ножевые ранения. Ну, можно сказать, что он повторно родился, потому что во время операции очень большое было кровотечение в брюшную полость, не могли понять откуда, и когда прошли, действительно, рядом с перикардом, рядом с сердцем было, в общем-то, нанесено так из-под мечевидного отростка выше такой вот травма, и не попали в сердце, немножко чуть задет был перикард. Поэтому чуть-чуть, буквально миллиметра два-три, и если бы задели сердечную мышцу, попали в сердце, то, конечно, бы человека спасти мы не смогли. А так находится в тяжелом состоянии, но пока, в общем-то, достаточно стабильный. В неврологическом отделении у нас находятся 4 бойца с зоны АТО. Один находился в травматологии, сегодня переведен с контузией в неврологии. И 3 молодых человека на прошлой неделе поступили тоже с контузией из Иловайска. И один находился в инфекционном отделении, но это не наш житель, из Вольногорска. Он находился здесь проездом с кишечной инфекцией, находился у нас всего 2 дня на лечении и выбыл. Ну, то, что уже сейчас проговорили, то, что предлагается желтоводцам сдать кровь, понедельник, среда, медсанчасть, и, пожалуйста, кто желает, может помочь этим нашим участникам АТО, нашим защитникам. В связи с задолженностью по электроэнергии на имя городского головы от руководства Облэнерго пришло уведомление об ограничении КП «Желтоводский водоканал» в часы пик по энергоснабжению с 8 часов до 11 часов и с 18.30 до 22 часов. Каким образом будет осуществляться ограничение электроснабжения, этого пока мы не знаем, и нам этого никто не может пока прокомментировать. Сегодня будет в 15.30 на уровне городского головы проводиться комиссия ТБЧС. Будут приглашены туда руководители предприятий, организаций промышленных, бюджетных организаций и силовых структур. Эти вопросы мы будем обсуждать. Ну, естественно, будут там присутствовать работники Облэнерго и Центральной энергетической компании. Вот, поэтому ситуация тяжелая, но это не только у нас. По информации Днепроблэнерго поступило от Кабмина такое указание об экономии 20% потребления электроэнергии по всей области. Вот, в первую очередь они начинают работать с должниками. По крайней мере, мы понимаем единственное, что отключать вообще наше предприятие и те объекты водоснабжения, а особенно водоотведения,
невозможно, нельзя, потому что это техногенная и экологическая катастрофа. Поэтому, по всей видимости, будет идти речь об ограничении, уж как технически это будет происходить, но будем, как говорится, совместно решать. 96% готовность тепловых сетей по городу, осталось у нас 7 порывов, 90% тепловых сетей заполненных им очищенной водой. Котельное оборудование подготовлено на текущий момент на 93%, электрооборудование предприятия на 91%. Работы будут закончены до конца сентября 100%. По оплату газа предприятиям долг на текущий момент составляет 33 миллиона гривен. По графику погашения долга до конца сентября предприятию надо выплатить 1 340 000 гривен живыми деньгами. На настоящий момент на спецсчете саккумулировано 1 300 000 гривен. Плюс 6 700 000 гривен оформлен протокол областной комиссии по разнице в тарифах. Ожидаем постановок Кабмина, должна выйти в ближайшие 2 недели. При этом долг населения на текущий период составляет 27,6 миллионов гривен. Оплата текущая к выставленным счетам в этом году составляет 112%. То есть население проплачивает фактически выставленные в этом году счета, немного гасит старые долги, но этого, к сожалению, недостаточно для того, чтобы выйти на существенное изменение ситуации с расчетами с НАК «Нафтогазом». Кроме того, предприятие имеет порядка 6,5 миллионов гривен, разница в тарифах по бюджетным организациям. Вопрос на данный момент нерешаемый на уровне государства, постоянно поднимается, но пока не решается. Будем надеяться на лучшее, и эти 6,5 миллионов когда-нибудь получим. Так. В части тарифов для населения должен еще раз повторить информацию. С 1 июля 2014 года у нас установлен новый тариф. Был 403 гривни 49 копеек, стал 434 гривны 96 копеек. Должен подчеркнуть, тариф вырос на 7% по городу всего. В среднем по стране тариф по теплоэнергетическим предприятиям вырос на 40%. То есть те основные задачи, которые ставило предприятие за время своей работы последние годы, капитальный ремонт котлов, снижение потерь, повышение КПД, оно сработало, и в принципе 7% значительно ниже 40% в среднем по стране. То есть мы тут получили определенный положительный эффект за счет проведения работ на энергетическом оборудовании предприятия. Хочу еще обратиться к населению по поводу оплаты платежей через банковские учреждения. Опять стали поступать заявления. По имеющейся информации, Сбербанк повысил стоимость услуг по своим платежам. Было 2,5%, но не менее 3 гривен. Сейчас, насколько доложили, 2,5%, но не менее 5 гривен берет Сбербанк за свои услуги. Ситуация вкратце заключается в чем? Нацкомиссия, утверждая тарифы коммунальным предприятиям, устанавливает в том числе и процент, который предприятие имеет право затратить на оплату услуг банков по сбору платежей. В нашем случае, сейчас дал команду планово-экономическому отделу точно установить цифру, но она не более 1%. То есть, если банки, например, в частности Сбербанк, Почта берет 2,5%, предприятие не имеет права выплачивать эту сумму 2,5%, потому что это будет нецелевое использование средств. Приватбанк, учитывая эту ситуацию, снизил комиссию до 1%, и предприятие этот 1% компенсирует. То есть, я еще раз обращаюсь к населению. Те, кто не может, не в состоянии платить комиссию в Сбербанке, пожалуйста, обращайтесь в Приватбанк, там прием платежей бесплатно производится. То есть предприятие оплачивает эту комиссию банка в 1% за счет собственных средств. По Сбербанку мы не имеем ни технической, ни юридической возможности оплачивать эти 2,5%, но не более 5 гривен, тем более не менее 5 гривен. Тем более, провели анализ, я, наверное, выложу его на сайте предприятия.
части оплаты предприятиям, этой части 5 гривен, ну вот, однокомнатная квартира, например, человек, получающий субсидию, заплатил нам при тарифе 6 гривен 5 копеек, например, обязательный платеж составляет 27 гривен. Эти 5% составляют 18 гривен. 18%, извиняюсь. Та же ситуация, например, по трехкомнатным квартирам. Бабушка, получающая, ну, семья, получающая субсидию, обязательный платеж, к примеру, составляет 33 гривны. При этом предприятие, если бы платило 5 гривен, заплатило бы не 1%, а заплатило бы 15% от того, что заплатил человек живыми деньгами на предприятии. Поэтому данная ситуация нас не устраивает. Мы сейчас ведем переговоры со Сбербанком в плане того, что, может быть, предприятие будет компенсировать 1%, если Сбербанк пойдет навстречу, а остальные деньги они будут собирать уже с населения в качестве доплаты, то есть немножко уменьшится